24 октября в главном книжном о книге «Моменты счастья» рассказывал теле- и радиоведущий Алекс Дубас. В самом начале встречи он отметил, что скорее является автором идеи, а не самой книги. Само издание – это сборник, состоящий из постов пользователей Фейсбука. Каждый пост – это история о счастье. Поскольку счастье для каждого свое, этот сборник очень личных и разных историй. На презентации Алекс Дубас вспомнил о том, как появилась идея проекта, осветил требования, которые должны соблюдать рассказчики историй о счастье, ответил на вопросы посетителей и, конечно же, поведал несколько историй о счастье из книги.